that Chris? Фильм «Исчезающая точка» рассказывает историю Ковальского, водителя, который под действием ободряющих препаратов за рулем Dodge Challenger ведет полицию в погоню по четырем западным штатам США. Он поспорил, что сможет добраться из Денвера в Сан-Франциско за 15 часов. Поимка Ковальского превращается в масштабную полицейскую операцию, привлекающую внимание национальных СМИ. Через серию воспоминаний выясняется, что Ковальский является ветераном войны во Вьетнаме, награжденным почетной медалью за храбрость, и что его последняя карьера в качестве дважды повышенного в должности полицейского и гонщика на мотоцикле закончились плачевно. После этого он был водителем дерби и даже автоклоуном. Ты что, с цепи сорвался? Ты же знаешь, что проиграешь. Ковальский по фильму антигерой, одинокий, детский человек в истинно романтическом смысле, который готов лучше умереть, чем поддаться конъюнктурной жизни. Он отвергает нормы как культуры, так и контркультуры. Фильм также является хорошим примером того, как романтизм остается уникальным среди художественных приемов, поскольку он дает энергию, а также привлекательность для публики. Фильм исследует, как глубокая потеря смысла приводит к радикальному сомнению существования. Естественный пик ощущений, достигнутый Ковальским в автоспорте, теряется и предпринимается попытка вернуть это чувство искусственно, с помощью наркотиков и быстрой езды по шоссе. Именно скорость дает Ковальскому чувство освобождения от мира, который он, кажется, считает в значительной степени бессмысленным. И во второй части фильма слепой диджей Супер Сол объясняет, что его радиостанция будет переименована в Ковальски в честь последнего американского героя, для которого скорость означает свободу души. Само название фильма «Исчезающая точка» буквально означает точку, в которой что-то исчезает или перестает существовать, и обычно используется в отношении объекта, направляющегося к горизонту и исчезающего на горизонте. Но возможно ли, чтобы что-то просто растворилось в воздухе? Существуют ли другие планы существования? Кто на самом деле знает? Действительно ли мы делаем свой собственный выбор, или он предопределен за нас? Фильм наполнен философскими мотивами и отсылками к внешним силам в лице полицейских, которые пытаются диктовать решения для последнего американского героя, но Ковальский продолжает идти своим собственным экзистенциальным путем. Ты можешь уйти от полиции, победить дорогу и даже время, но ты не сможешь победить пустыню. Никто не сможет. Это невозможно. Иди к черту. Среда, в которой происходит весь фильм, пустыня. Пустыня лишена жизни, жаркая, сухая и неумолимая, если вы не подготовлены. Пустыня, будучи очень суровой и мучительной средой, является символом ясности. В поле зрения Ковальского нет препятствий, поэтому он может видеть все возможные направления движения, каждого возможного врага, идущего к нему, и он может идти в любом направлении, что делает возможности принятия решения безграничными. Учитывая суровость окружающей среды, это также испытание воли и решимости нашего персонажа. Он должен сделать выбор, каким путем идти, потому что он не может остаться там, где он есть. Это испытание его способностей будет преодолевать пустыню как барьер на своем пути. Судьба предопределена, победит ли он пустыню или нет, но Ковальский делает выбор, позволить пустыне стать его концом. Автомобиль белый Dodge Challenger имеет свое собственное значение. Белый цвет – это чистота, невинность, целостность и завершенность. Мы можем предположить, что цвет автомобиля означает, что его содержимое является целостным и законченным, и, следовательно, не подвергается влиянию внешних факторов, таких как радиодиджей Super Soul, который постоянно проигрывает песни с текстами, такими как «А нам идти отсюда?» или «Я так устал?» Предлагаю ему остановиться и отдохнуть, чего он никогда не делает. Белый цвет также означает нейтральность и независимость. Если предположить, что в этом фильме нет ничего случайного, это доказывает, что Ковальский продолжает делать свой собственный, независимый выбор своего пути, и что его судьбу не дергают за пресловутые ниточки внешние факторы. Нет, правда, может останешься до понедельника? Нет. Заодно выспишься.
Я должен выехать сегодня, Сэнди. Какая машина? Какая? Во время поездки по пустыне у Ковальского спустило колесо, поэтому он остановился, чтобы его починить. Пустыня является домом для некоторых опасных существ, и возвращая оборудование в багажник, Ковальский сталкивается с гремучей змеей. Ковальский, кажется, на мгновение пристально смотрит на гремучую змею, и перед лицом опасности Ковальский не паникует. Змеи символически загадочны, они означают трансформацию и возрождение. Змеи коварны, нападают без причины, и именно эта гремучая змея появляется буквально из ниоткуда. Еще один персонаж, который, кажется, появляется из ниоткуда, это старик, который говорит Ковальскому: «Не двигайся, я ее поймаю». Ковальский ждет, пока старик расправится со змеей. И даже перед лицом смерти Ковальский встает на своем и не меняет свое решение относительно направления, по которым он движется. Несмотря на очевидные признаки того, что следует отступить от неминуемой возможности смерти. Послушай меня, Ковальский. Бесполезно. Стоп. Исторически сложилось так, что у нашего главного героя было много возможных столкновений со смертью. Он ветеран, воевал на войне и имеет шрам, подтверждающий это. Раньше он был полицейским, опасная работа. Участвовал в гонках на автомобилях и мотоциклах. У него есть воспоминания об авариях, в которых он побывал, но ему удалось избежать их всех. Ковальский идет по опасному пути, его преследует полиция, и у него не так уж много вариантов. Он мог бы сдаться полиции или поискать способ сбежать, но он не намерен сдаваться. Его решения в конечном итоге станут его концом. Несмотря на предупреждающие знаки о том, что он на самом деле становится исчезающей точкой, Ковальский сохраняет свой курс. На пути встречаются люди, которые пытаются помочь, и предупреждают его, что выход есть. Он может передумать, он может сдаться и жить, но Ковальский выбирает смерть. Больше никто не определяет его судьбу, никто не дергает за ниточки и не затуманивает его суждение. Исчезающая точка поражает своей острой современностью. Это редкий фильм, который можно наслаждаться в равной степени как романтическим, стильным, суровым фильмом о погонях, так и ярким, отрезвляющим портретом американской нации, находящейся на экзистенциальном перепутье. Это воплощение 70-х годов. По мере того, как наш одноименный герой мчится вперед в этой произвольно запланированной, почти наверняка обреченной миссии, он игнорирует все возможные метафоры этого общенационального изменения настроения. Свободные любовники, которые почти не носят одежды, изгнанные в бесплодную пустыню. Сумасшедший, но дружелюбный старик-одиночка, чей заработок на продаже змей христианам-пятидесятникам выходит из моды. Гей-пара, открыто грабящая путешественников, притворяясь жертвой. И полицейские, извращенно одержимые идеей поймать и уничтожить любого свободного духом, до которого доберутся опьяненные властью руки. Эти различные эпизоды и встречи в путешествии Ковальского местами забавны, местами воодушевляют, но под поверхностью всегда проявляют любопытную философию. Они отражают искаженное представление о том, что могло бы быть, где понятия агрессии и изобилия начали двигаться в неправильном направлении. То, что должно было стать сексуальной свободой, теперь превратилось в бесплодную изоляцию. То, что должно было стать возвратом к традиционному опыту, теперь стало еще одной устаревшей тенденцией. То, что должно было стать инклюзивностью, теперь, как и все остальное, страдает от эксплуатации. Исчезающая точка достигает потрясающе тонкого баланса между скорбью по угасающей революции и взрывным празднованием по этому поводу, определяющей дух движения. Ковальский одновременно доблестная и трагическая фигура, поскольку регулярные воспоминания наполняют историю его жизни. Фильм терпеливо проводит параллели между его историей и историей страны. Когда-то он был автогонщиком, а затем солдатом войны во Вьетнаме, во время которой получил почетную медаль. Позже он испытал большую любовь, но она трагически покинула его. В какой-то момент он даже был офицером полиции. Но, как показывает одна сцена фильма, люди этой профессии, которых он встречал вокруг себя, были слишком жестокими и деспотичными, чтобы им можно было доверять. Он многое повидал и извлек уроки из каждого опыта. Когда он гонит вперед Челленджер, он одновременно является человеком, которому нечего терять, и фигурой огромного богатства. Он несет в себе свои воспоминания.
Он их принял и знает, что все, что человек действительно может сделать в жизни, это не падать телом и духом, установить курс, пообещать не причинять вреда другим на своем пути и следовать ему.